На базе Ульяновского государственного университета открылась площадка по поддержке молодых предпринимателей, получившая новомодное имя «Инкубатор». УлГУ стал четвертым вузом страны, где свое развитие получил российско-китайский проект, цель которого – создание совместного бизнеса. Мы всегда с огромным удовольствием принимаем у себя жителей вашего государства и очень рады, что сегодня благодаря открытию этого бизнеса-инкубатора у нас появятся новые возможности, новые проекты и новые направления для дальнейшего сотрудничества. К числу приоритетных бизнес-проектов относятся стартапы в области инжиниринга, IT, медицины, биофизики, образования, архитектуры. В течение 110 часов студенты будут обучаться экономике, маркетингу и менеджменту. А занятия будут проводить представители известных торговых брендов. Главная цель – переориентировать интересы наших студентов на заграничный рынок. Чтобы наши сельхозтоваропроизводители реализовывали уже не промежуточные продукты, а конечные продукты в Китайской Народной Республике. Плюс мы покажем ряд предприятий именно в плане пищевой промышленности для китайской делегации. И посмотрим их реакцию, посмотрим, что изменить в продукте. Мы специально привезли тех людей, которые будут говорить, как нам сделать наши продукты более комфортным, более удобным для них, для того, чтобы просто увеличить сбыт. Уже в августе ответная делегация из Ульяновска отправится в провинцию Гуйчжоу, где расположены крупные промышленные предприятия Китая. Принимающая страна поделится опытом ведения бизнеса, а также прокладки газа и нефтепроводов. К нам приедет большая делегация ульяновских студентов. Для них мы готовим много интересного. Резидентами бизнес-инкубатора стали 30 молодых предпринимателей России и Китая. Все участники прошли многоступенчатый отбор. Результатами работы в Ульяновске станут 15 больших бизнес-проектов. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.